то, куда бежишь, а откуда? Ну, а Пелевин. Допустим, а конкретнее? Зверь насекомых. Амон-Ра. Бери выше. Чапаев и пустота. Да? 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 Чапаев, пустота. Пелевин написал. Ну, я знаю Пелевин, но не читала. Ну, планирую. Точно. Ну, дальше. Дальше. Теперь я. И лишь частицы нас однажды соприкоснутся с частицами других. Да? Стефи, да? 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 Нет? Не знаю. Анна Ахматова? Тепло. Вообще-то Ахматова. Ну, почти, 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 почти. Цитата в оригинале. Only parts of us will ever touch only the parts of others. Да? Нет? Не знаю? Нет. Мерлин Монро. Пойдем, я тебя со своим завкафедрой познакомлю. Давай. Ну, я час. Позвольте вас познакомить с моей финской подругой. А. Очень приятно. Здравствуйте. Она завтра уезжает из Москвы в Мурманскую область смотреть на петроглифы. Замечательно, слышишь? Ирина все время говорит об петроглифах. Не только я, ты тоже этим впечатлилась. Ну да, конечно. Я очень жду, чтобы поехать туда и увидеть петроглифы. Вы учитесь на археологическом? Нет. Но я хочу. Я приехала, чтобы учить язык. Но потом я встретила Ирину и... Это естественная потребность. Нам важно знать, откуда мы пришли. Да. Если человек знает свое прошлое, он лучше понимает настоящее. Согласитесь? Да. Друзья мои, я хочу поднять бокал за мою финскую подругу, замечательную, которая завтра уезжает далеко-далеко, буквально на север, в Арктику. Смотреть на петроглифы. Алло! Дорогая моя, всего хорошего, чтобы это путешествие для тебя было незабываемым. Да? Спасибо. Ура! Давайте вас всех сфотографирую вместе. Садись, иди садись сюда. А сейчас? Да. Пойдем танцевать.
должна была отменить свою поездку. Это не по моей вине. Ничего.